Ну, мои ощущения, конечно, отличные. Я в восторге быть в Термезе. Вот, я уже была несколько раз в Термезе. И, ну, я теперь очень поражена, что такой музей есть. Я видела музей пораньше, ну, это еще лучше, чем несколько лет тому назад. И я поражена тоже качеством предметов в этом музее. Музеография тоже отличная. И я думаю, что Суркандария, этот регион, это стоит посетить, такой регион. Из-за буддизма, из-за вот все эти городища, Кампиртепа и вот Фаястепа, Каратепа, есть у вас такое богатство культуры здесь, в этом регионе особенно. И это просто очень приятно обнаружить все эти вот места, которые покажут вашу культуру на высшем уровне. С древности, с античности до тимуридов, потому что я специалист, искусствовед, специалист тимуридов, нахожусь здесь, представлены эти керамики тимуридского периода, потому что для тимуридов, для Тимура, было стратегическое место Термез. Когда он возвращался после битвы, всегда через Термез. И вот в Зафернаме написано, как они, вот, он встретился с внуками, с вот, сыновьями в Термезе, точно, когда они ждали его. Поэтому мне нравится видеть, что есть тоже тимуридский материал. И Кыргыз, вот Турташ Наев мне сказал, что они недавно обнаружили, что это тимуридский памятник. Я очень радуюсь. И я вижу, что они нашли много, огромные материалы, и скоро они будут показать. Поэтому я очень довольна.